Oh, Francesco, no, io no. Thank you.
Descrizione. Prozor. Будь Батарея на команде. Можешь представить, Александр Игнатьевич из Москвы. Да. Поздравляю. Теперь мои сестрицы не дадут вам. А я уж успел надоесть вашим сестрам. Вот. Вы будете уступить и затеряться в этой стотысячной толпе. Вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния. Таких, как вы, после вас явится, быть может, уже 6, потом 12 и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. Через 200, 300 лет жизнь на Земле будет невообразима как раз. Извините. Все это следовало бы записать. Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя и издали, нужно приготовляться, нужно работать. Да, какой у вас книги, ты найдешь список всех кончивших курс нашей гимназии за эти 50 лет. Ветси кот потуи квартян миллионов дэнс. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку. В таком случае держи на Пасху. Лучше отдай полковнику. Прочтете когда-нибудь от скуки. Я очень рад. Чрезвычайно рад познакомиться. Вы уходите? Нет, нет. Вы останетесь у нас завтра, пожалуйста. Трудиться, умели и отдыхать. У них была менсана и корпоры сам. Жизнь их текла по известной форме. Наш директор говорит, главное во всякой жизни – это ее форма, что теряет свою форму, то кончается. Так и в нашей обыденной жизни то же самое. Маша меня любит. Моя жена меня любит. Я помню, из нарезки тоже туда собрали. Сегодня я весь в отличном настроении духа. Маша, в 4 часа сегодня мы у директора. Устраиваются продукты педагогов и их семейства. Не пойду я. Милая Маша. Почему? После об этом. Хорошо, пойду. Только отстань, пожалуйста. А с этим вечером проведем у директора. Этот человек, несмотря на свое болезненное состояние, прежде всего старается быть общественным, превосходным. Еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать. Если бы.